Всем привет, девчонки, мальчишки! Добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня с вами будем готовить замечательный тортик Сникерс. Кто не любит Сникерс? Все любят Сникерс. Хотя в последнее время испортился и стал гадость гадостью. Но тортик у нас будет высший пилотаж. Ну и первое, с чего начнем, это приготовим крем. Замечательный, быстрый и очень-очень вкусный крем. Ну что, готовим? Для крема нам понадобится 100 грамм сливочного масла, уже растопленного комнатной температуры, и банка вареной сгущенки. Я буду использовать такую Егорка. И взбиваем все это в пышную массу. Постепенно добавляем по 2 ложки столовые молоко сгущенное. Добавили 2 ложки, взбили, добавили 2 ложки, взбили. Крем с маслом взбили, у нас получается вот такая пышная, нежная, воздушная масса. Теперь в эту массу добавляем арахис, я его использую вот такой. Всю упаковку, тут 250 грамм. Теперь все это перемешиваем. Если боитесь зубки поломать, то арахис можно немножко блендером пробить, или же скалочкой хорошо про него пройтись, чтобы наши зубы уцелели. Так, все, крем у нас готов. С кремом разобрались, теперь готовим с вами основу для нашего будущего торта. Тоже делается быстро, просто и легко, а уж печенье найдутся в каждом доме. Берем 50 грамм молока, 50 грамм масла сливочного. Молоко и масло отправляем в микроволновку где-то секунд на 30-40. Молоко с маслом подогрели, теперь добавляем сюда шоколад, чтобы он у нас полностью растворился. Шоколад использую обыкновенный, вот такой молочный, Милка. Всю плитку. И ждем где-то минутку-две, чтобы шоколад растворился. Прошла у меня минута, шоколад уже растворился. Теперь все это перемешиваем до однородной массы. Сначала как бы получаются вот такие крупинки, но ничего страшного, этого не бойтесь. Сейчас у нас все станет однородным. Слилось все воедино, и наша заливка готова. Теперь нам надо сделать крошку из печенья. Я буду использовать такое Любятово шоколадное. Тут большая упаковка, 335 грамм. Я возьму 270 грамм. Берем блендер, и все это надо будет в крошку измельчить. Крошечка готова. Теперь берем заливку, переливаем всю ее сюда. До последней крошки, что остается, можно тарелочку облизать. Это очень вкусно. И теперь все это перемешиваем. Крошка у нас готова. Она получается такая влажная, чтобы она вот так лепилась. Ну, знаете, как пирожная картошка. Основу делаем. Дальше подготовила я форму. Она у меня 18 сантиметров. Борта я проклеила пергаментом для того, чтобы нам потом выровнять тортик, достать его легко и просто, вернее. И сразу на тарелке будем собирать. Крошку нам нужно визуально поделить на две части. Половину сюда и половину потом еще сверху. Выкладываем половину. Ну, где-то получается вот так у меня. И теперь по дну ее разравниваем ровным слоем. Делаем, так сказать, коржик такой. И теперь настал выход крема. Выкладываем крем. Крем выкладываем весь, не стесняемся. И сверху на крем потом выкладываем оставшуюся крошку. И также ее разравниваем ровным слоем. Тортик мы собрали. Осталось нам теперь сделать только глазурь. Для глазури берем также 50 грамм молока и 50 грамм сливочного масла. Сюда же добавляем. Также все это ставим в микроволновку. И также сюда добавляем плитку шоколада молочного. Все того же я использую. Все, оставляем на минутку, сейчас у нас это шоколад подтопится. Масса наша смешалась, и теперь заливаем сверху торт. И опять вкусняшку можно облизать. Так, распределяем. И теперь это отправляем в холодильник минимум на 4 часа. Я оставляю на ночь, завтра утром будем лакомиться. Прошла у нас с вами ночь чудесная. Теперь давайте откроем тортик и посмотрим, что у нас тут вышло. Снимаем, значит, с него кольцо и пергамент. И убираем пергамент. Благодаря пергаменту у нас получается ровный край и ничего не прилипло к кольцу.
Ой, какая красота получилась. Ну и вот такой у нас тортик в разрезе получается. Большой слой крема и бисквит. Получается так. И вот так он у нас ломается. Очень мягкий, жирненький. Ну, теперь мы с вами дошли до самой интересной части. Давайте попробуем, что у нас тут за тортик вышел. Торт получается бомбезный, делается быстро, легко. По стоимости. Так, пачка масла 100 рублей, банка сгущенки тоже около 100 рублей, тут 200 рублей. Пачка арахиса это 50 рублей, это 250. Две шоколадки по 50 рублей это 100, итого 350 рублей. И печенье еще полтинник, 400 рублей. За 400 рублей у нас получается вот такой замечательный тортик. Можно. Ну, как по мне, торт получается очень-очень-очень сладкий. Но опять же, ну это же торт, где мы видели не сладкие торты, а? Они все сладкие, и это тоже не исключение. Шоколад, арахис, сгущенка, все сладенькое. Арахис не сладкий, это я вот переборщила. Ладно, ребятки, тортик получается просто супер. Готовьте, радуйте себя. Рецепт в описании, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. А я сегодня с вами прощаюсь. Всем пока-пока, до скорых встреч!